Все, ребят, я снова с вами. Пора стартовать. Вот. Сегодня я не буду пафосных слов там говорить. Ради вас отказался. Ну, друг мой 30 лет сегодня празднует. Но это мой чисто косяк. Моя вина. Я не просмотрел, что BlizzCon сегодня. В общем-то, и... В итоге вот так вот. Ну, буду с вами я теперь до конца здесь и надолго. Запись плюсуйте вот эту, смотрите, вол. Вот. Артанис у нас есть. Погнали. Пройти до BlizzCon. Успею, столько и успею. Я — это Рой. Армии будут разбиты. Планеты утонут в огне. Ну что, ребят, вот так вот все серьезно. Ролик явно подлиннее, чем в Лотве. Вот. Короче. Ролик явно подлиннее, чем в Лотве. Вступительный ролик крутой. Ну что, после так. Войска сами узли Щара, оставив планету силам Дальнеона. Короче, преследуют. Менск на хвосте. Вот. Фрутс 30 рублей присылает с комментарием, а где все? Я его озвучу, потому что Яндекс баба его не озвучит. От 50 она работает. Вот так вот она вам не дешевка какая-то за 30-шечку. Поехали. Все здесь. Да, проценты из-за ачивок, я так думаю. Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь.
Так, шутников прошу уняться. Тут все серьезно у нас. Далее. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Да, я понял, бать. И разберемся с Менгском. Найдется кто-нибудь. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Так, привет, Латник. И что будет, если я рабочего выбирать что не буду? Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерга осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает в камере за защитными барьерами. Ну ладно, давайте не буду выбирать рабочего. Это безопасно. Я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Тут, конечно, первые три миссии, что с Керриган произошло, конечно, вот. Не, на самом деле прикольно, ну вот, что дальше, идея там вот, ну, потом увидим, что там дальше будет, конечно. Не могу, братан, ну, я отказываюсь от теста. Щелкните левой кнопкой мыши на рабочем, чтобы выбрать его. Вот, ну, не знаю, как сделали, так сделали, как в Лотве раскрутится с этим. Щелкните левой кнопкой мыши на рабочем, чтобы выбрать его. Так вот я отношусь. Ошибок воспроизведения не обнаружено. Повторяю инструкции. Щелкните левой кнопкой мыши на рабочем, чтобы выбрать его. Щелкните левой кнопкой мыши на рабочем, чтобы выбрать его. Ну, мне самому интересно, что будет. Я просто ни разу не делал, как бы. Щелкните левой кнопкой мыши на рабочем, чтобы выбрать его. Я в курсе, что за 10 минут надо пройти на ачивку, но тут как бы говорят, что-то интересное должно произойти. Объект не отвечает. Передаю инструкции на родном языке объекта. Бро поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидор растет на грядке. Солнце светит, лучи ярки. Новый день, а помидор все спелее с каждым днем. Щелкните левой кнопкой мыши на рабочем, чтобы выбрать его. Так, ребят, ну что, все походу теперь-то можно рабочего мне выбирать? Да. Так.
Давайте я заново начну, чтобы с ачивками пройти. Здорово, спиритолог. Всем все понял я. Вот. Прикольно. Рабочими всех убивать, чтобы ачивку... Не, ну рабочими жестко убивать, конечно, если честно. Как мне кажется, за 10-то минут уж точно не справится, поэтому... Потом как-нибудь протестим. Я стандартное прохождение показываю. Спасибо за поддержку, Гебро, Фрутс. Открой дверь, сынок. Так, ну это мы все видели, Валера. Хорош. Что ты собираешься вы? Давай, все выяснили мы уже. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Могу, чего не могу. Инкубатор – это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Выпускай, братву. Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Ерга, да, компанию Доблескона буду стримить. Ну, вроде ничего там не идет сейчас. Можете ли вы создать больше рабочих? Поэтому... Чтобы создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Поэтому почему бы и не компания? Один надзиратель не повредит. Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Замечательно. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Нажмите кнопку «Простые мутации». Ну да ладно, не чеши, я уже тут по билду овер сначала строил. Кстати, надо пульс сначала бы заказать. Ну да ладно. Нажмите кнопку «Простые мутации». Да, что-то я на пул заказать. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Ну да, Валера, тут, конечно... Пыжи. Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Ух, тут прирост попер какой жестофанский. Пускай меня. Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валерия, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. В других камерах тоже есть зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен.
Я ведь могу освободить и их. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Отлично. Эти зерглинги мне пригодятся. Керриган, это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зерках. Бежим! Черт! Уберите всех с этого уровня! Так. Персонал эвакуирован с нижнего уровня. Все выходит из-под контроля! Дверь на нижний уровень закрыта. Активирование автоматической газовой защиты. Блин, долго я повел, неправильно там, пока конечно, действовал. Эти турели, дверь не откроется. Что пул не строил поздно. Моих зерглингов травят газом. Дверь открыта. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Да у тебя тут целый выводок зерглингов. Что ж, теперь они мои. Могучая мышь, я хз. Ладно, Керриган, мы все поняли. Пока еще нет. Я ведь все еще в этой камере. Искоренитель активирован. Факторейская эта ачивка уничтожить. Но я не буду сильно заморачиваться с искоренителями этими. Точнее, с факторями. Я просто этого вольну. Искоренитель разрушен. Критическая ситуация. Зерги заполонили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Они просто никого не кусали. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории? Так, все, а нет, смотрите-ка, все дали, что надо. Поехали. Экзистер, привет. Это во втором Старкрафте? Спрашивает Экзистер, будешь ли играть в Starcraft Subjection? Хорошая фан-мейд компания, за разные расы 8 месяцев под руководством Артаниса. Если будет время до лотва, в принципе, может и сыграю, я пока сам не знаю, честно. Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Думаю... Королева клинков погубила миллионы. Думаю, Сэр, что успею поиграть. Может быть, да, может, и сыграю в эту штуку, отсюда. Про какую ты говоришь. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду.
Поехали. Здесь бежать надо. Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Привет, всем привет. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Вот она, те, кого ни, кому мы не стали помогать. По воле. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответьте. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Не перевозбудитесь там, ребят. Вот. Давайте. То, что случится через 3 миссии, как бы это. Вот, ну ладно, не буду вперед забегать, может, не все видели. Давайте, поехали далее. Джим, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. 18+ надо выставлять. Прочесываю территорию. Ну, скоро надо будет выставлять, там, как начнутся все мутации. Пока-то нормально. Снова все. Мародер. Рейнар там впрягался. Планеты побеждал, каких там зергов покорял. А тут вот так вот будет все. За дело. Прочесываю территорию. Хорошо. Группа захвата Доминиона. Нам нужна помощь. Поняла. Мы на одной волне. Рейнар! Керриган, у этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам, а я постараюсь выбраться. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. Поняла. Чисто. Сокрушительная хватка. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы, куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Прочесываю территорию. За дело. Мы на одной волне. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. К транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. Иду. Мы на одной волне.
Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Боковой проход. Но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2, 1. Поняла. Сколько зерглингов? Противник справа. Иду. Прочесываю территорию. Повтори. Поняла. Хорошо. За дело. Что, вы разобрались, погнали далее. На самом деле, это вообще изи, что за Керриган просто. Мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняя всем жизнь. Сдавайся уже. Прочесываю территорию. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая. Мы должны добраться до той двери. Хорошо. Иду. Поняла. Прочесываю территорию. Машу бросок. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Все как в старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Мы успели. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Не останавливайтесь. Они вот-вот запечатают лабораторию. Прочесываю территорию. Поняла. Разбил фонари. Интересно, за такую тоже ачивки какие-нибудь могут быть. Разбить там все фонари. Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Ну ни хрена, он не держит. Марш-бросок. Тут черти что творится. Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. Керриган и Рейнер обнаружены. Видит, уже не видит. Продвигай ничего, уже вперед. Даже сказать не должен. Дьявол! Сколько же оп, здесь зерна? Да ну! А нахрен да. Я так сделал-то? Наверное, слегка перестарался. Джимми, гоу сюда. Хорошо. Эту секцию вот-вот закроют. Вам нужно добраться до двери. Чё-то я проломал раньше времени. Да, я слышу тебя. Поняла. Иду. Прочесываю территорию. Что такое? Марш-бросок. Успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Это жирная откуда-то улица. Продвигаюсь к цели. Прочесываю. Мне нужен медаппарат! Да ничего тебе не надо. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. А ХП, чтоб не падало, кстати, есть тут такая интересная. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. С зергами веселее. Какого черта? Кто открыл клетки? Теперь нам нужно расправиться с этими зергами. По крайней мере, шансы сравнялись. Вперед! Мы на одной волне. Поняла. Прочесываю территорию. Марш-бросок. Прочесываю территорию. Лабораторию сейчас запечатают. Скорее! За дело. Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Ну, я помню, да, что там время дай много знать, оставалось. Когда до корабля. Я так не осталось запариваюсь на это тобой, сейчас. Джин. Вперед. Продвигаюсь к цели. Это вообще просто ни о чем миссия.
по сложности, я имею в виду. Продвигаюсь к цели. Марш, бросок. Иду. Мы на одной волне. Хорошо. За дело. Мы на одной волне. Войска союзников. Марш, бросок. Атакованы. Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята. Твою территорию. Иду. Марш, бросок. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Иду. Поняла. Прочесываю территорию. За дело. Поняла. Да, я слышу тебя. Продвигаюсь к цели. Атакованы. Марш, бросок. Помашите лаборатории ручкой. Пока мы не доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. За дело. Хорошо. Мы на одной волне. Хорошо. За дело. Войска союзников атакованы. Мы на одной волне. Марш, бросок. Прочесываю здесь даже территорию. Не надо скилл кастовать. За дело. Прочесываю территорию. Поняла. Иду. Продвигайте цель. Войска союзников атакованы. Марш, бросок. Поняла. Иду. Хорошо. Сейчас танк добрый для тебя, я помню. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Куда ты летишь, дружочек? Хорошо. Дружок? Поняла. Войска союзников. Осадный танк. Я обезврежу его кинетическим ударом. Что-то огневик там злостует. Мы на одной волне. Пацанов моих. Хорошо. Ломает. Готовы к бою. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Чё-то заработал. За дело. Доминионцы разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Ну, двигателя ни одного не потерять. Да, ну, если платно бы, чтобы ХП двигателей не падало. Поняла. Там ниже определенного. Продвигаюсь к цели. Марш, бросок. Иду. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Иду. Поняла. Архангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона, вперед! Джин, ты правильно, Лерка, понимаешь? Нам дорогу к шаттлу. Я не могу не стримить в Лискон. Ну красный же... Нарисовано, куда ты побежала, ё-моё? Вот я вот какой раз уже тебе вопрос задаю? Нарисовали же даже. Матом хочется говорить. Я извиняюсь. Шутка. Поехали, короче, валить этого жирного тварь. Вступаю в бой. Задело. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Поняла. Хорошо. Поняла. Да иди ты в баню ему. Марш, бросок. Хватит гулять меня этим зеленым говном, как говорил Уилл Смит. Не зеленым тут, конечно. Но тем не менее вот этим именно ГЭР. Вот маленький куповаты. Прям под. О, все, ХП. Блин, он сел, урод. Ну я не буду перепроходить, он сел просто, дэмэдж мне нанес. Надо просто по центру держаться. Иду. Высадка десанта! Продвигаюсь к цели. За дело. Хорошо. Мы на одной волне. За дело. Продвигаюсь к цели. Иду. Прочесываю территорию. Марш, бросок. Поняла.
Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Хорошо. Мы на одной волне. Поняла. Марш-бросок. Задела. Снимаю с предохранителя. Прочесываю. Что такое? Да стой ты. Поняла. Иду. Марш-бросок. Привет всем. Джим, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Стартовую, Сара, да нет, стартовую я не, могу добраться не будем смотреть, бери просто уже смотрели стартовую. Мы только что снова нашли друг друга, я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе, мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль, мне нужна эвакуация. Понял, высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. А Валериан-то облажается. Прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм, понял. Юморист. Джим, доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнер. Если бы ты помог мне разобраться с Тошем, все было бы по-другому. Но ты сделал неправильный выбор. Рассчитываешь получить повышение, куколка? Ну вот. Здесь что у нас? Все ачивки, кроме этой, заработал вроде как. Ну, я не буду перепроходить. На самом деле, это изи просто, чтобы он демеджа не нанес. Слишком изи ачивка. Погнали дальше. Джим. Нам не удалось вытащить его. Валериан. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валериан на нашей стороне. Нам не по пути. Капитан, вражеские корабли внутри периметра. Звенья 3-9, доложить обстановку. Пробоина в корпусе, 7-я сетка. Маневр Дельта-4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион, прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан! Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима. И чё там с кораблей? Шаттл нету, блин. РЛС, которая шаттл обнаружит, или он невидимый в натуре? И чё она улетела, спрашивается. Перед тем, как сидела бы там на Гиперионе, на Чермете этом, и всё. Они двигались к поверхности. Джим-то не дурак же совсем. Теперь там ждёт тёплая встреча. Это ж Джимми.
Да нет, здесь логики нет на самом деле. Ну вот как-то вот это вот все у них получилось, так хитрожопо как-то. Все в ходе там вроде. Ну ладно, я не говорю, что там потом увидите, что будет дальше там в самой компании. Это прикольно, ну там попроходить, да, ну что-то сюжет как-то такие вот завихрения. Мне это напоминает комиксы обоссанные, я извиняюсь, что так называю, но я вот это действительно считаю именно таким, как бы. Вот. Неменск поймал Анова. Обнаружены войска Доминиона и улей зергов. Да, тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют доминионцы. Земля — это воздух. Доложите обстановку. Воздух, мы развернули базу и скоро подготовим дракенскую импульсную пушку. Нас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из-под пространства в этой области. До связи. Отбой. Эта пушка испепелит корабль Джима, как только тот появится на орбите. Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на улей зергов. Мне нужна армия. Сильнейший псионик, инвиз и тю-тю. Так а чё батлкрузер в инвиз и тю-тю? Она же сильнейший псионик. Обкакаться можно, ё-моё. Ладно, я короче, не будем об этом. Разума, который управляет вот. Этой стаей. Ачивку здесь кто эту ты? Делать я не буду. Почему? Потому моя что я, меня честно вам скажу, я убивал... Давайте послушаем королеву. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять роем. Теперь ты вернулась к нам. Я не возвращалась, я не твоя. Я убивал все здания в этой миссии, абсолютно все, на эксперте, вообще всех тут убивал до прибытия подкрепления, но я уж забыл, как это именно делается, там очень много волн идет, и я помню, что пока я вот это все сделал, я, наверное, раз, наверное, 50-70 вот так вот переиграл, как бы. Здесь реально на эксперте напряженно это сделать. Тем временем я приготовлю этот улей к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили то есть тут, мой корабль. Тут нужно пойти первым скиллом бункера сначала обстрелять, чтобы они догорели, там ресурсы забрать. Ну, это тяжело. Вот, тут, например, вот сюда надо пойти по бункерам, там их убить. Так, посмотрим, помню я еще. Не убить, в смысле, вот так, раз. Для начала мне нужно. Они догорят, пока я вот здесь вот минералы потом собираю. Я лингами сейчас заберу часть. Это Керриган. Что такое? Ну, вот здесь все будет догорать помаленьку. Здесь я лингами заберу минералы. Сразу туда надо идти. Если мы сможем убить охрану, эти зерги присоединятся к нам. Мы обнаружили Керриган. Так, вот, нужно идеально под волны эти подстраивать, то есть это реально непросто, как говорили. Сейчас с брудлингами надо вот эту, этих чувачков хлопнуть. Где этих подплеточек? Я создам зерглингов из личинок, которые производят инкубатор. Снимает предохранитель. Пришлите под... Это Керриган. Готовы? Да. Плёточники. Да, помню. Они мутируют из рабочих. Там танк дальше стоит. Сейчас вот этот танк завалим. Королев надо выходить. Сейчас еще волна скоро пойдет, я помню. Так отследила корабль. Там... Там батлкрузер был в рейнже атаки, как бы, если что, я тебе скажу. Ямато. И не только Ямато, а и обычного даже демеджа, а ты говоришь. Шаттл можно было сбить просто. Или ее вживую хотят взять. Ну, тут, как бы, можно много отмазок придумать всяких. Королева крайне полезна в бою. Создать ее можно в инкубаторе. Кстати, начал я неплохо, вот реально
А знаете почему? Потому что я вчера сыграл в первые три миссии в отпуске. Но я понял, что волны я эти вообще не чувствую сейчас. Вот сейчас вот уже надо будет как-то двигаться вперед понемножечку. То вот все освободил, там минералы, вот там вот это все убил тоже. Потерю даже на таких вот темах нужно минимальные потери нести. В принципе, здесь минимальные несу. Вот курайты прилетели. Я помню, что они там маленько напрягали. Сейчас сразу надо ломать вот здесь вот. Ну, точнее, не сразу, а понемножечку начинать расшатывать, я бы сказал, тоже. Керриган пуляться начинать этим зеленым дерьмом, как говорил Смит. Ну, тут не зеленое дерьмо, правда. Вот там танк стоит. То есть, вот если сейчас просто так наломиться, там такие потери будут гигантские. Как бы тут все очень четко, чтобы на эксперте здание все убить, нужно сделать. И даже лингами не надо на гелионах в таких ситуациях наламываться. Потому что они погибнут, иначе с перебором. Ну, сейчас можно и поломиться, мне кажется. Хотя вот я не помню, сейчас вам надо вот найти, например, вроде как. Что такое? Повтори. Да, я... Прочесываю территорию. Это Керриган. Снимает предохранитель. Мы на одной волне. Это Керриган. Где зерги? Неужели? Керриган терять вообще ни в коем случае нельзя. Видите, даже вот так вот вроде как пришел. Но я помню, что такой хрени быть не должно. Так иначе не пройти будет просто-напросто. Что-то у меня еще и F1 не работает. Я еще не понимаю, почему. Готова к бою. Готова к бою. Сначала здесь его надо убить. Что такое? И тут как бы вообще нельзя тормозить. Сразу отступать надо. Наши войска атакованы. Улучшение завершено. Потому что сейчас иначе видите, даже плетку лучше не терять на самом деле. Что такое? Где Керриган? Все, вот сейчас сразу назад надо идти. Коготь бы надо бы заказать. Наши войска атакованы. Тут видите, пришел уже, тут дерьмище стоит всякого, пол тысячи миллионов. Ужать. Там продакшн-то серьезный, у тиранчик вот такой. Я слышу тебя. В этой пещере тоже осталось.
остались зерглинги. Снимает предохранитель. Готовы к бою. Повтори. А реген у нее какой? А, у них хороший реген, кстати. Вот про закупку, да, я что-то тут забыл. Королев реген, ништяк с закупочкой. Зидар поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Отличный вечер, в ожидании близко. Спасибо, Пани. Баба совсем там. На курсы языка направлять, а то что-то это... Совсем как-то не то базарит. Наши войска атакованы пулей. Да. Ну вот, смотрите, вот я... Еще больше зерглингов. Ушел, мать его, блин, за ногу, как говорится. А тут сразу же дерьмище какое-то началось на базе. Это вот пришло. Черви уже в пути. Моя стая вот-вот будет на месте. Тут надо за... Невнимателен я был. Ну, в принципе, ачивки все заработал. То есть даже так удачно начал, я вам скажу. Ну, готовы к бою. Честно говоря, не помню. Наши войска... Ну не, все равно даже учитывая вот это все, я очень медленно убиваю, потому что там вот здесь вот целая еще одна база, их три базы, как бы вот это и еще Батман одна. Табасман поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Наше чудо, помидоры, созревают, но не скоро, и мы будем есть их в голе, посыпая крупной солью, угощать друзей, подруг, помидор наш лучший друг. Спасибо, ребят. Приятно, что вы не пишете там в стиле культи, а это стихи прям такие замечательные. Это Керрика. Вот, пожалуйста, опять пришли уродцы, а? Трепать меня тут. И так зергам плохо живется, ребята. Ты пошел ушатываться. Здесь королевы разберутся пока. Про закупочку забываю все равно. Ё-мо, сколько у вас пришло-то? Откуда у вас здесь? Повтори, что такое? Готово. Это Керрик. Готово к бою. Что? Да. Что такое? Снимает рис. Готово к бою. И прям засада какая, я вам скажу. Всех поднимаем. Керрика. Здорово, Кидос. Это Керрика. Куда вас поперло-то столько? Повтори. Это Керрика. Ну все. Королева, моя стая прибыла. Она в твоем распоряжении. Спасибо, Зидар, спасибо. Табакмен. Теперь нужно уничтожить это орудие до прибытия Джима. Подождите-ка, ребят, я кое-что гляну. С вашего позволения. Выбрать армию. F1. Ну, стоит же F1. А почему она не выбирается? Вот я. Есть способ управлять в бою. А, мне что-то с F-кой походу, ребят, на клаве. Одновременно. Блин, повтори. Что-то с клавой косяки что-ли какие-то, да, еще не понял. Я слышу. Тут еще одна база, можно прежде чем идти вот эту пушку убивать, нужно базу вшатать, зайти, например.
что здесь все равно нидусов много будет. Вот, нужно помимо вот тех двух еще и вот эту успеть убить до прибытия. Это тяжеловато, мягко говоря. А, я понял, там нельзя было. Ну ладно, я не знал. А я вчера депанил, думаю, блядь, что за хрень? Лажу, ищу там, что эвка не жмется, блин, думаю. Я готовился, да. Хвалите меня. Ну так, я просто прошел вспомнить, потому что я хотел вам показать, как здания вот эти убиваются, а их тяжело убивать. Все не убил, конечно, но ачивки получил. Ну, я убивал, честно вам скажу, успевал. Я сам даже сейчас не представляю, как, но я 3 успевал базу убить. Это точно вам говорю. Это зерги! Защищайте пушку! Зерги, проходите внутрь уже. Моя стая прибыла и ждет приказаний. Вот что-то забыл. Табакман поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно. Почему меня сорвали? Томатом обозвали. Что за шутки? Что за вздор? Я веселый помидор. Спасибо, Табакман. Тебе еще раз. Убиваем все. Может, я на ветеране это делал? То есть ты всерьез думаешь, что я в StarCraft бы стал играть на как, ну, в каком-то там ветеране или на чем-то еще? Что такое? Ни разу я не пробовал других сложностей. Пушка уничтожена! Не будет как-нибудь время, если кому-то это интересно, будем ачивки делать. Научите. Ачивки я делаю только на максимальной сложности, а не на той, на которой они написаны там. Да, ачивку-то я сейчас заработал. Это не ачивка убить 15 зданий. Для меня ачивка убить всех. Я кровожадный. Возвращение помидоров убийц. Мы будем ждать твоего возвращения. Какие-то убить Билли там просто. Одно не заработал, там еще было бы заработало. На мне тут надавали просто по-босяцки. Если бы еще от этого повернулся бы стрелятеля, то еще что-то там надавали по ходу дела. Вот, 15 сооружений, вот эта ачивка. Всех королев роя. Вот так вот. Все здания убить, да, может, есть скрытая какая-то ачивка. Может быть и есть, да. Сегодня BlizzCon, ну анонс, Табакман, анонс надо читать, анонс читать. Джим, ты меня слышишь? Пользователь Bigman Japan активировал премиум на ваш канал. Я на месте встречи, тут никого. Спасибо большое. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня.
в отдельном списке. Но там-то как бы на сложности, там типа вот, я не понимаю, смысл делать на сложности, на максимально, если мне не интересно, не на максимальной.